Александр Блок. Стихотворение «Я к людям не выйду навстречу». Читает Павел Беседин. «Я к людям не выйду навстречу, испугаюсь хулы и похвал, пред тобой одною отвечу за то, что всю жизнь молчал. Молчаливые мне понятны, и люблю обращенных вслух. За словами сквозь гул невнятный просыпается светлый дух. Я пойду, выйду на праздник молчания, моего не заметит лица, но во мне потаенное знание о любви к тебе без конца».